Сняли вот такой дом в Словении на одни сутки. Дом 160 квадратных метров. Вокруг горы. В общем, на сутки на букинге такой дом стоит 100 евро снять. Дом, получается, здесь гараж, здесь первый этаж, там второй этаж и там третий этаж. Очень удобно, что машину можно поставить рядом возле входа. Дальше там тоже домики. Против солнца снимаю. Балкон с одной стороны вот, и балкон вон там тоже с другой стороны. Террасами сделано здесь. Мы едем в Хорватию. До Хорватии 180 километров осталось. Не доехали немножко. Смотрите, как удобно здесь сделано. Вот такая, такой навесик. Здесь хозяева сушат белье. Почтовый ящичек. Все, заходим в дом. Дом отапливается, ну, либо дровами, либо углем. Мия. Вот так вот. Обувь хозяйская. В доме пахнет печкой. Вот здесь оно, видать, отапливается, забрасывается. Вот это гостиная. Сделана в таком древнем, не древнем, а в старом стиле. О, кожаный диванчик, столик удобный. Самая интересная печка вот такая. Видать, когда топят дом, на ней можно спать тоже. Вот такие стульчики. Интересный столик. Все колоритное. Как он называется? Сервант. Картинки, смотрите, какие интересные. Люди куда-то бредут. Тоже картина. В доме сантехника вся классная. Медные трубы. Ну, я покажу сейчас еще ванную комнату. Вот, смотрите, что здесь. Ну, старые полочки. Хозяева ничего не убирают. Мы подозреваем, что здесь просто уже дети этим завидуют, а хозяева основные, они, видать, поумирали, потому что покажу вам фотографию хозяевов. Рядом возле дома есть, в общем, комплекс, там, где можно отдохнуть, с бассейном, со всеми делами. Мы туда не ходили, просто по карте видели. И рядом, видать, есть винные погреба. В общем, рекламки лежат вот такие. Дальше переходим. Это у нас первый этаж, это наша собака. Ну, давайте перейдем в котельню. Вот это котельня. Сейчас покажу. Удобно постираться можно было. Тут большая стиралка. Порошок лежит бесплатно. Ну как, все включено. А сейчас я вам покажу хозяев этого дома. Ну, мы так думаем. Видите, 80 лет празднуют. Старая фотография. Видать, хозяин этого дома хороший мужик. А может, живой еще. Ну как, ладно, туда не будем лезть уже. Ну, тут постельные все дела, в общем. В общем, как-то так. Все, выходим, выключаем. Здесь у нас ванная комната.
Когда снимете этот дом, в описании будет написано, как включить бойлер. Очень интересно включается. Это на первом этаже включается бойлер. Видите, нажал, выключил. А эта кнопка на втором этаже включается бойлер. Тут две ванные комнаты. Вот так здесь. Тоже все. Мыло есть, бумага, туалет. В общем, все шикарно. Вот такая душевая здесь. Напор классный. Водичка прямо горячая сразу. В общем, идет зеркало тут вот такое. В общем, все по-шикарному сделано. На плитке пол. Наоборот, на полу плитка. О. Так, это кухня. На кухне есть электрочайник, тостер, микроволновка, посудомоечная машина, плита, все работает. Пользовались мы и чайником, и микроволновкой. Холодильничек, мы его уже разгрузили. Самое важное, в холодильнике работает морозиловка. Летом можно водички накидать холодные. Сейчас я вам покажу выход в этот, в гараж. В описании написано, что можно и гаражом пользоваться. В общем, я не знаю, правда, как тут. В общем, тут смотрите, все коммуникации. Вон там еще какой-то бойлер. Ну, я в него, можно сказать, и не заглядывал. А может и нельзя пользоваться. А может и можно, но только это надо все вынимать. В общем, мы машину бросили возле этого. В общем, очень удобно сделано. То есть ты приезжаешь, машинку в гараж загнал, и можно отсюда выйти. Закроем, было закрыто. Тоже столик интересный, тут для четверых человек. Ну, мы здесь не кушали, мы кушали в зале, там, в гостевом. Так, все вам показал. Сейчас подымемся на второй этаж. Ступеньки такие интересные. Ничего. Так, поднялись на второй этаж. На втором этаже у нас вот такая комната. Здесь на две койки. Ну, тоже там шифонеры, вот эти мы ими не пользовались. Мы ночь переночевали. Здесь проектор можно включать, смотреть кино. Дальше у нас ванная комната. Или душевая комната, как правильно назвать. Вот такой душ в золотом виде. Тоже умывальничек, унитаз. Вид из окна, получается, там дальше гора. Но там кусты, в общем, ничего не видно. Ну, по крайней мере, вас видно, я думаю, не будет. Ну и вот так вот, смотрите. Немного, где-то 2 на 2, но хватает. Это большая комната, мы в ней ночевали. Тоже большая удобная кровать, проектор есть. Ну, мы не смотрели, оно нету времени, как бы мы бегом. Стулья классные здесь, добротные такие, хозяйские. Ну и вот так вот вид из окна. Ролетами все закрывается. Ну вот двор такой. Никто здесь огорода не садит. Яблочки вон растут, персики, в общем. Вот такая комната. Хорошая комната, хорошие кровати, все чистенько. В общем, по-людски все сделано. Дальше мы идем, есть большая комната. Она с двумя входами. Здесь телевизор. Так, включим свет. В общем, здесь диван вот такой шикарный. Книжные полочки. Кто там книголюб? Даже вот такой ретро здесь есть. Музончик слушать. А вот смотрите, что. Кресло-качалка. Опа. И можно
сидеть, отдыхать. Так. Погнали дальше. Столик классный. Wi-Fi очень хороший здесь, ловит все. Смотрите, какая скульптура есть. Это вырезано все с одного дерева. Представляете работу, как это? А, тут даже кондиционер есть. Ну, в принципе, сейчас 1 сентября, прохладно было. Мы даже им и не пользовались. Тоже вот такие вот полочки. Я даже не знаю, что здесь. Ну, какие-то вещи лежат. Столик. Может, уроки кому надо учить. И дальше смотрите. Вот кроватка вот такая. Вот большая кровать. Двухспальная. Тоже вот такие тумбочки. Здесь выход на балкон, но тут жалюзями мы закрыли уже, как оно было, приехали. Я уже не буду открывать, я вам с окошка сейчас открою. Очень просторная комната. Вот такая, тут тоже проектор. Картиночка вот такая. Интересная. А здесь шифонер с постельным бельем, видите? В общем... Мы думаем, что это был когда-то хозяйский дом, потому что личные вещи лежат на полочках. А может, хозяева умерли, оставили детям, а дети жить тут не хотят. Как бы тут такое тихое життя. Приехать отдохнуть. Ну, кому-то нравится, может, здесь жить, ну... Я не знаю, как тут с работы. Должна, может, какая-то работа быть. В общем, как-то так. Вот это вот такая комната. Стульчики такие классные. Давайте я вам так покажу, бы я быстро снимаю. Может, не успеваем смотреть. Ну, конечно, телефон так не передает. Можно было заснять на камеру GoPro, но она у меня где-то там валяется в вещах в машине. В общем, не нашел ее. Ссылочку я, когда выложу это видео, ссылочку я оставлю в описании к этому видео. Кто будет в Словении, в этих краях, можете снимать дом. Шикарный. Стоит он 100 евро в сутки. И вот второй этаж, как это называется. В общем, даже есть кроватка детская. Картинки вот такие, видать, может, художник какой-то тут жил, творческая людина. Так, и сейчас выйдем. Как оно, ну, тут закрылось, наверное, закрыто, наверное. А вы не выходили сюда, Таня, на второй этаж? А, все, все. Да, 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 вот она, как она, терраса называется. Можете выходить сюда. Сейчас я открою, Таня, подожди. Вот такая вот терраса здесь шикарная. Ваша машинка может стоять вот здесь. Крыша черепичная. Можно здесь выходить. Чай, кофе пить, капучино. Вот такой здесь вид. Дальше я не знаю. Ну, видать, как оно заброшено. Может, дальше там что-то есть. Шикарный дом. Шикарный. Можно снять не так, как мы там на сутки, а можно снять там на неделю. Там. В общем, как-то так. Двери такие прямо интересные, деревянные. Ну, все. Вроде как все заснял. Кому интересно, смотрите, снимайте, берите в аренду. Всем пока. А вот так мы заполнены вещами. Это мы так путешествуем. Хотите хорошую машину, покупайте себе Mitsubishi Outlander. У нас Mitsubishi 9-го года. Шикарная машина. Дизелек. Что по дороге?
по автобану 160 прет. И расход небольшой. Дизель двухлитровый. Я его с Польши пригонял, эту машинку, в свое время. Все, теперь точно. Всем пока.